Давним-давно один сверчок волшебно сны раскрасил. Он ночку целую не спал и красил, красил, красил. А с ветерком цветные сны по свету разносились. И мальчикам, и девочкам цветные сны приснились. Цветные сны. Не можем придумать, что сделать с этой цветной бумагой. А ну-ка отдай. Да из этой бумаги знаешь, сколько всего получится. К примеру, оригами или квиллинг. Привет всем, кто у экрана. Привет! А что это за оригами? И этот квиллинг. Ну да, первый раз про него слышу. Первый раз? Странно. Это же известный вид рукоделия. Оригами, ребята, это когда из бумаги можно сделать любую фигурку. И она получится как настоящая. Любую, прелюбую корову. Да, и жирафа, и слона, и много других. Да какие хочешь. Оригами, ребята, это настоящее искусство, а пришло оно к нам из Японии. По-японски ори складной, ками бумага. Складная бумага? Правильно! А как она учится ее складывать? К примеру, из этого листа бумаги как сложить тюльпан? Раз, два, три. А как ты это сделала? Вырастешь, узнаешь. Смотри, ребята, перед вами схема, то есть подсказка. Если сделать все, как тут показано, у вас получится вот такая красота. Не, сейчас мы точно такое не сделаем. Это же сложно. Не огорчайся, Саша. В интернете много таких схем. Со взрослыми найди подходящую и на выходных собери свое первое оригами. Попробую. А про квиллинг ты мне расскажешь? Ну, если хочешь. Хочу. Он тоже из бумаги делается. Да, только не из листа, а из тонких и длинных полосок. Квиллинг – это значит птичье перо. Из них можно сделать настоящие картины, но это увлечение для самых настойчивых. О, вот это точно для меня. Берешь эти полоски и крутишь из них спиральки, придаешь им форму, потом клеишь на листок. Тут же и самим можно столько понапридумывать. Правда? Правда. А сделай так. Раз, два, три. Может, у нас тут сразу картина с квиллингом появится? Не могу. Могу только мультик. Эх, ладно, давай мультик. Раз, два, три. Вот, ребята, вырезаем полоски для квиллинга. А может, лучше в магазине купим? Не, лучше самим. Ты же хочешь свою работу маме подарить? Да, к 8 марта. Тогда лучше сделать все своими руками. Мама от тебя этого точно не ожидает. И
от вас, ребята. Готовьте подарки. Цветных вам снов. До встречи. Цветные сны совсем.